Новый день, новый факт о Второй мировой, день 34. 6 марта 1945 года началась последняя в истории Великой Отечественной войны оборонительная операция у озера Балатон. Целью Балатонской операции было отразить контрнаступление немецко-фашистских войск. Немцы надеялись восстановить фронт обороны по реке Дунай, чтобы иметь выгодное положение на всем Южном фронте, однако советская армия под командованием Федора Толбухина полностью разрушила их надежды. Бои длились 10 дней, немцы потеряли в полтора раза больше солдат, чем красноармейцы. Операция успешно завершилась 15 марта, когда немецкие войска отступили с большими потерями.